Движение первых – это различные проекты, которые реализуются и придумываются инициативными молодыми людьми. В настоящее время добровольной деятельностью увлечены ребята практически во всех школах и колледжах республики. Движение делает их жизнь более насыщенной, в том числе через проекты. Везде, где есть отделение движения первых, существуют советы первых. Они могут сами придумывать и воплощать свои идеи, а в этом им помогают наставники. На сегодняшний день на официальном сайте движения зарегистрированы около 1500 человек, которые активно принимают участие в его деятельности. А летом еще больше ребят будут участвовать в летних сменах лагерей. Движение первых – это движение, которое объединяет детей, подростков, наставников, всех тех, кому интересно заниматься добрыми делами по разным направлениям. Всего 12 направлений движения первых – это образование, знания, наука и технологии, труд, профессия, свое дело, медиа, коммуникации, экология, международные отношения, спорт. В общем, практически все направления, которые так или иначе могут заинтересовать современных детей, они представлены. Бесплатные муниципальные смены движения пройдут во всех 45 районах республики. Планируется, что они будут организованы на базе 29 стационарных детских оздоровительных лагерей, 2 палаточных и 14 пришкольных. Планируется также смена в рамках проекта «Лагерь нашего двора». Это детский дворовой лагерь дневного пребывания, который находится рядом с домом. На сменах для детей и подростков будут проводиться мероприятия по всем направлениям движения. Большое внимание мы уделяем тому, чтобы был разный профиль у смен, чтобы как можно больше ребят могли познакомиться, иметь возможность познакомиться с движением, но через интересную, увлекательную деятельность. Чтобы как можно больше охват был на сменах движения первых. Поэтому если в прошлом году это было, вот как Софья Альфредовна сказала, более 2000 человек, то в этом году по плану 17 365 детей. Стать участником любой смены можно, откликнувшись по ссылке. Ее можно также найти на официальном сайте движения первых. Чтобы поехать в лагерь движения, нужно снять видеоролик и выложить его на личной странице ВКонтакте. В ролике нужно рассказать за 2 минуты о том, почему участнику важно побывать на той или иной смене. Прикрепить портфолио, приложить скан копий дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения участника по направлениям выбранной смены за 2023-2024 годы. Резида Каримова, Ахмаджан Оев, Универ Новости.